Конечно, белорусские спортсменки могут вмешаться в спорт за медали чемпионата, но, скорее всего, речь в этом случае идет о третьем месте. И, скорее всего, речь идет об Инне Жуковой. Но мы все-таки очень надеемся, что Ира Чащина выступит на этих соревнованиях удачно. Четвертое место у Натальи Годунко. На килим запрошується Жукова Інна, Білорусь. І вона відстає від Іри Чащини на 1,1 балла. Специалистам, которые наблюдали Инну Жукову на этом чемпионате, очень она понравилась. Командные борьбы на этом чемпионате. Жукова Инна. Ну, а мы будем ждать оценок судей за ее выступление и посмотрим, сможет ли она вмешаться в спор за третье место. Но только восьмое место у Светланы Рудаловой. Но сейчас начинается самое главное, последний этап многоборья индивидуального чемпионата Европы. Его открывает греческая гимнастка Элени Андреола. Группы поддержки и белорусских гимнасток, и российских гимнасток. Конечно, это очень хорошо и помогает эмоционально в выступлениях. В
На килим запрошується Андріола Еленів, Греція. Выступление греческой спортсменки. Но вы, уважаемые телезрители, конечно, понимаете, что и она не сможет вмешаться в спор за медали. Сейчас остаются у нас с вами две интриги чемпионата, пожалуй. Это спор за первое место между Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. А также неясная пока судьба третьего места. Либо Ира Чащина, либо Наталья Годунко. Запрошується Кабаєва Аліна, Росія. И уже через полторы минуты мы с вами узнаем, Кабаєва Аліна.
Запрошується Бессонова Анна, Україна. Итак, Бессонова Анна и ее ответ премии нашей художественной гимнастики Алине Кабаевой. Прекрасных выступлений двух прекрасных гимнасток. Грация. До последнего момента невозможно сказать, чем закончатся эти соревнования. Анна, прекрасный накал борьбы, прекрасные эмоции. Украина. Ждем, уважаемые телезрители.